2 года назад древние крипы вторглись в наш мир. Мы их остановили. Я их остановил. Но тьма сразу ухватилась за эту возможность. Заполнив вакуум власти, она разрослась настолько, что могла претендовать на мировое господство. Тьма застала нас врасплох. Даже меня. Они называют меня мятежный рыцарь. И я единственный, кто знает, что грядет. Тьма — не главная угроза нашему миру. Самое мощное чудовище. Альфа Древний еще жив. Оракул показал мне кусочек будущего. Оракул знает, что движет мной. Во что я верю? Что быть хорошим солдатом в итоге означает лишь одно. На один простой вопрос. Чем ты готов для этого пожертвовать? Фундаменталы оставили наш мир, и теперь некому остановить грядущий Армагеддон. Когда настал судный день, я принес жертву самое дорогое, чтобы стать Свеном, величайшим и непобедимым рыцарем, которого знал мир. Победа обходится недешево. Каждый раз ты платишь немного больше. Я видел проблеск грядущего. Там тьма. И от меня не осталось ничего, что способно ее остановить. Если величайший мятежный рыцарь потерпит неудачу, что мы будем делать? Что я буду делать?